Дорогие друзья, давайте разберем армянское видео, которое сделано в Bollywood Pictures. Итак, сначала звуковая дорожка. Четверо! Четверо! Гетюне, гетюне, в смысле, кроме гетюне больше ничего азербайджанские военнослужащие не могли сказать, да, и почему-то не гетюне стреляли. Окей, идем дальше. Посмотрите на эти взгляды. То есть, тут, во-первых, такое ощущение, как будто это 10-й дубль снимать. Ну, давай, быстро возьми меня, завали на пол там и сделай что-нибудь там. Потом заново снимем 11-й дубль. А тут, посмотрите, вообще как-то можно разобрать, кто азербайджанцы, кто армяне вообще. Ни шевронов, ни обозначений, ни белых флагов, ни страха в глазах. Вообще непонятно, кто вообще есть кто. Вот так, кстати, выглядит азербайджанский спецназ, яшма, везде шевроны, флаги, везде. А у этих на затылках нету ни у кого. Посмотрите, нигде нет обозначения, что это азербайджанцы, а те армяне. Нигде. Только в тот самый момент, когда жестокий азербайджанец решил из дешевого Калашникова 64-го года, кстати, расстрелять бедных армян, да, скорее всего, вдруг появляется у него на затылке, на каске флаг. Наконец-таки, чтобы мировое сообщество поплакало и сказало, да, да, это подлые азербайджанцы, наверное, да. На самом деле, дорогие друзья, у яшмы у всех вот такая вот камуфляжная форма, везде шевроны, как вы видите, автоматы у всех с оптическим прицелом. А тут мы видим какой-то бардак-кавардак. У одного черные ботинки, у другого рыжие ботинки. Это вообще в каком-то свитере пришел нападать. Армяне, то видео 2 года назад, где вы расстреливали сами себя, типа, да, сняли, как будто мы такие плохие. Это было на 2 с плюсом. Это уже на 4 с минусом. Молодцы. Следующее видео. Ждем с Арарата, типа, мы там заложили атомную бомбу. Ну, что-нибудь такое. Вперед.